Здрасте. Как дела? Так, это наши индюки. Hybrid конвертер. 19 мая им будет 3 месяца. Вот такие вот огроменные динозавры. Любопытные. Цыпа, 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 цыпа. Мои хорошие. Мои красивые. Птички мои красивые. Кормим мы их специализированным комбикормом для индейки тяжеловесной. Пурина. Нравится нам этот корм. Птичка хорошо растет на нем. Когда только вылупились, я их 5 дней пропаиваю витаминами Чектоник. И все. И до забоя я им больше вообще ничего не даю. Никаких вообще антибиотиков, лекарств. Ну, абсолютно ничего. Тем более мы сдаем птицу на обследование ветеринарку, потому что мы торгуем мясом на рынке. И там у нас обследуют на все. И даже подписывают бумаги, что у нас не содержится в мясе антибиотик. Так как мы кушаем птичку сами, продаем людям с полной уверенностью и гордостью, могу сказать, что у нас птица чистейшая, вкуснейшая. Но это еще они маленькие. К 6 месяцам самцы, некоторые особи, вырастают до 30 килограмм. Но это при условии, если будете кормить их вот действительно комбикормом для тяжеловесной индейки. И всегда, чтобы в доступе был комбикорм. Ну, естественно, чистая вода всегда. Здесь у нас в сарае прохладно, хотя на улице уже под 30-ку май месяц. Лампа висит у них. Да, мои красавцы, красавцы мои. Ну, кто-нибудь, подойдите. Идите сюда. Цыпа, 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 цыпа. Не. Вроде так устрашающе выглядят. А трусливые. Что носитесь? Кто там? Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, 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 цыпа.